Чтобы только мы уносили то блаженство, которое Он уготовил для всех нас. Больше любви нет, чем положить душу свою за други свои. Творец и Создатель вложит сегодня душу свою за нас с вами, погребается за нас с вами и воскресит для того, чтобы мы с вами могли воскресить
здесь временно под нашей греховной спячкой, и наследие этого блаженства, которое Господь нам всем готовит. Бог всем помощь и попробуй царицу небесную.